В Донбассе под огонь снайперов попали наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они выехали в район Авдеевки, почти у самой линии соприкосновения. Накануне там был бой, сегодня ополченцы хотели забрать тела своих погибших. И в этот момент с украинских позиций началась прицельная стрельба. Сообщается, что никто не пострадал. Инцидент зафиксировал замглавы миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, эпизод снова показал, что стороны находятся слишком близко друг к другу.